Всем привет! Очередная посылка из Китая. Вскрываем. Ну, вернее, я ее уже вскрыл, и внутри вот такой вот Wi-Fi адаптер. Стоимость там меньше 100 рублей. Значит, смысл какой? Вы в компьютере включаете его в USB, и у вас ваш компьютер становится Wi-Fi, ну, может ловить Wi-Fi. Wi-Fi подключение. Скорость здесь обычная, стандартная, там до 100 мегабит. В общем, я уже проверил, все работает. Ссылка по описанию внизу. Всем спасибо, всем пока. Заказывайте, кому интересно. Кстати, я его купил себе не совсем для компьютера, а для приемника Т2. На такой обычный там кинескопный телевизор. Ставится приемник, приемник Т2 без Wi-Fi модуля. Его к нему подключаешь, и приемник становится еще и таким мини интернет, ну, скажем так, приставкой к телевизору. Все, всем спасибо, всем пока. Ссылка еще раз в описании. До встречи.